Стабильно тяжелой остается ситуация в Донецкой области. Боевики атакуют Донецкий аэропорт. У нас на связи Ирина Баглай. Ира, здравствуй. Расскажи о сегодняшних событиях. Вечернюю атаку Донецкого аэропорта. Прокомментируй. Здравствуй, Наташа. Да, вечернюю атаку Донецкого аэропорта боевики начали сегодня ранее обычного. Еще до наступления темноты, причем одновременно минометами террористы ДНР накрыли и блокпост украинской армии на границе сел Первомайское, Пески. Обстрел боевики ведут с северо-западной стороны, причем уже перешли условную линию фронта, границу Донецка. И со вчера начали использовать термобарические боезаряды. Суть этого боеприпаса в том, что при попадении в укрепление взрывная волна идет вниз и то есть, приносит дополнительное разрушение, то есть он намного мощнее любой мины, даже 120 калибра. То есть вот, можете продемонстрировать. Обстрел велся вчера, позавчера, то есть в самый разгар перемирия. Первый штурм аэропорта боевики как по часам начали в 4 часа утра. Пошли пехоты под прикрытием минометов, но уже в который раз были отброшены ответным огнем десантников 79-й и 95-й бригад, которые держат оборону в аэропорту и нашей артиллерии. Работала наши 120-миллиметровые минометы, ствольная артиллерия ударила. В принципе, атака оказалась не такой сильной, противник понес потери, поэтому он отступил. Подступы к аэропорту мы все равно просматриваем при помощи тепловизоров, и все очень прекрасно видно, как они начинают подходить. И туман там не помеха. В самом аэропорту в силах АТО прошла частичная ротация. Возможно, боевики решили воспользоваться этим и атаковать. По информации от наших военных, которые сейчас там находятся, после двухдневного затишья бандиты группировок «Моторолы» и «Гиви» сегодня активизировались, а возможно, чувствуют, что кольцо сужается. Сегодня небольшая, но все же победа. Батальон АУН во время разведвыхода на нейтральную территорию занял новую позицию СТО. И таким образом бойцы передвинули крайнюю точку из Песок на 200 метров. Ближе к Донецку. Ми підійшли трошки ближче до Донецька. Є чим закріпитись і є де сховатись, скажімо так, від мін, від гаубиць. І ще дуже добра позиція для снайпера нашого. Ці бандоси, коли розбираються між собою, вони ж не дивляться, по яким кварталам вони луплять і по кому. Макіївка воює з Донецьком, Донецьк воює з Казарою Донбаскою, чи якоюсь там, чи Донською. Спартак воює і з Макіївкою, і з Донбасом, з тим же самим. И вот буквально во время эфира наш достоверный источник сообщил, что шквал сообщений об ожесточенной вечерней атаке, которая якобы сейчас ведется в аэропорту, это дезинформация. Сегодняшний день можно охарактеризовать как раз вот шквальными атаками информационными. Наташа. Спасибо, Ира. Ирина Баглая о сегодняшних атаках на Донецкий аэропорт.